Всем привет! Сегодня мы будем запускать шарики ракета. Для этого у нас есть насос и шарики. Начинаем с зелененького шарика. Посмотрим, как он будет лететь. Ух, какой! Какой длинный! Ну что, ты готова? Да. Запускай! Так, куда улетел? К соседям. Сегодня будут соседи тоже запускать. Давай, следующий, какой следующий будешь? Оранжевенький, похож на морковку. Неточная попытка. Давай следующий. Такое тоже бывает. Какой? Тот же оранжевый? Давай. Так, смотрим, как будет лететь оранжевенький шарик. Давай, давай, к нам лети. Опять у соседей. Ну, потом найдем. Следующий цвет. Розовенький. Надувается? Что ж такое? Че же они такие дырявые нам попались? Следующий. Выпускаем розовый шарик. К нам лети. Да что ж соседям-то везет сегодня, а? Так, следующий у нас будет какой? Синенький. Надуваем. Я надеюсь, он не лопнет. Да. Страшно? Не лопается тогда. Все, какой. Ух, наверное, классно полетит. Все, готов? Так, осторожно, чтобы на травку-то лопнет. Запускаем. Что это такое? Ой, в бассейн пошел плавать. Искупался. Синий, вторая часть. Что это? Осторожно, прибьет. О, можно еще. Вон, смотри, повесь на нашем дереве. Какая вкусная сливка. Так, надуваем. Да. Второй шанс этому же шарику. Он опять у нас приземлился. О, ладно, давай следующий. Мы еще не пробовали какой. Зеленый и желтый. Ну, давай, красный. Красные, к сожалению, у нас все лопнули. И теперь мы запускаем желтенький. Куда? Опять. Ай-яй-яй. Еще раз запускаем. Зеленый. У соседей. Желтый. Это мимо соседей. А оранжевый. Ой, ты где? Ой. Соседям. Пускай. Как-то тяжело. Красиво полетел. Выпускаем огромный огурец. На одном месте практически. О, можно еще раз запустить. Опа. Огурец час два. О, все, улетел. Желтенький. Ой, как-то слабенько он. Опа. И последний шарик. Пока-пока. Привет соседям.
Так, у нас было 25 шариков, из них мы выпустили несколько, а все остальные вот эти лопнули. Ну, где-то шариков 15 мы выпустили, да? И шариков 10 были испорчены. Вот так-то. Ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Sweet Emily Play. Пока-пока.